Всем привет, с вами Марк Фримен. Любителям черного юмора посвящается. Комедийные фильмы ужасов, топ-5. Пятое место. «Тепло наших тел» 2013 года. Зомби спасает девушку вместо того, чтобы ее съесть. Между ними возникают чувства. Получилось так, что зомби съел мозг парня этой девушки. Из актеров отмечу Николаса Холта, Дэйва Франка и Джона Малковича. Четвертое место. «Грайндхаус» 2007 года. Это два фильма. Один Квентина Тарантино, другой Роберта Родригеса. Мне больше понравился тарантиновский «Доказательство смерти» с Куртом Расселом в главной роли, где он играет маньяка, убивающего девушек оригинальным способом. Третье место. «Убойные каникулы» 2010 года. Студенты отправляются за город отдохнуть, но там сталкиваются с местными, которые тоже решили отдохнуть на природе. Встреча перерастает в конфликт. Отмечу хорошего комедийного актера Алана Тюдика. Второе место. «Зомби по имени Шон» 2004 года. Голодные трупы бродят по городу в поисках жертвы. Главные герои и друзья отчаянно пытаются спасти свои шкуры. В ролях Саймон Пегг и Ник Фрост. Первое место. «Добро пожаловать в Зомбиленд» 2009 года. Страна наводнена зомби. Люди, те, кто еще жив и здоров, путешествуют по стране, пытаясь выжить в этом апокалипсисе. В ролях Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Билл Мюррей. Всем спасибо за внимание. Пока.